перспективе этот участок свяжет улицу Энтузиастов и Павловский тракт. По плану дорожники на следующей неделе продолжат работы на улице 65 лет Победы. Именно здесь появится четырехполосная дорога. До этого объект уходил на зимовку. Это будет продолжение дороги прошлого года. Наша же компания выполняла участок от Энтузиастов до Сергея Семенова. Там было порядка 500 метров. Это будет продолжение этой дороги, как я сказал. Это 14-метровая полоса шириной 14 метров в 4 полосы, длиной 750 метров. Работы начали еще в сентябре прошлого года. Ранее дорожники демонтировали старое дорожное покрытие на участке от улицы Сергея Семенова до улицы 280-летия Барнаула. Также разработали грунт для устройства дорожной одежды и ливневой канализации, проложили трубы ливневки. Дорога крупная, и в части финансирования порядка 250 миллионов, объект переходящий, он идет с прошлого года. Будем ускорять производство работ, потому что будем вести одновременно. И здесь есть вопросы, которые связаны с удобством проживания в этом квартале. Порядка, наверное, еще 4, может быть, 5 миллионов рублей мы добавим на благоустройство, озеленение, может быть, чуть расширим тротуары. На время работ местным жителям придется столкнуться с некоторыми неудобствами. Но сегодня этот вопрос находится на особом контроле мэрии. В ближайшее время людей оповестят об оптимальной схеме движения. Ну а закончить строительство всех трех дорог планируют в октябре этого года. Ирина Корчагина, «День с толком».